Герман и сайт видеогеймплей.ру представляют. Всем здорова, дорогие друзья, с вами снова Герман, и мы продолжаем играть в игру под названием «Фантастическая рыбалка». Просто все великолепно, и давайте я расскажу, что я сделал вне видео. Ну, вне видео я очень много всего сделал. Ну, во-первых, как вы видите, у меня уже почти 8000, и у меня крутой садок. У меня крутой садок, на который я хотел за 10 тысяч, я его все-таки купил, приобрел. Конечно, рюкзак оставляет желать лучшего. Я сделал квест на нож, сделал квест на эхолот, то есть я много квестов поделал. Пока что этот я не выбрасываю, как он, садочек, я его пока оставил. Вдруг он мне потом пригодится, мало ли, вдруг у этого выйдет. Хотя тут прочность 15, я думаю, не скоро он выйдет, срок годности у него. Ну, этот все равно, короче, объем 0, поэтому он ничего не дает, пусть он ничего не забирает. Потом вот крючок получил, вот такой вот очень крутой, за 4 валюты. Это, кстати, когда кота кормишь, ведро ставишь ему с этой, прям ему, ведро с уклейкой, и он с перил спрыгивает, и там на перилах лежал такой крючок. То есть очень неплохо. Потом еще вот сейчас у меня есть несколько квестов. Вот. Ну, это так вот, ровный вес, вот эта гигантская рыба, это, конечно, все такие трудные квесты. А вот простенькие, допустим, у меня есть на данный момент, который я могу выполнить, это вот лодочник Фома, 5 косарей мне дадут. Я обычно смотрю по деньгам. И вот бабка с рынка, награда на выбор. Вот тут вот интересно, вот это вот мне. И вот еще, тут как бы квест такой не тяжелый, но такой, как бы сказать, щекотливый. Вот, видите, рыбу надо поймать. Плюс красноперка, она очень плохо ловится, я не знаю, где ее тут можно поймать. Да и карася тоже немного проблема такого выловить. Плотву как-то не было проблемы, а вот, вот эти два вида, да. Окей, так, ну выловить рыбу 2 килограмм. Это тоже как бы не проблема, просто лесочку надо поменять, наверное, будет. Но пока что денег нет, нет денег. Я хочу купить теперь. Я, видите, вы мне посоветовали удочку купить на 8 килограмм. Рюкзак у меня полностью забит. Чтобы купить такую удочку, мне нужно место. Поэтому я хочу приобрести новый рюкзак за 25 тысяч. Вот этот винтаж, 55 места будет. То есть у меня будет 20 мест. Занято, и еще сколько у меня получается, 35, да, получается, да, 35 мест у меня еще будет свободно. И давайте посмотрим вот на 8 килограмм объем 5, а на 10 сколько объем 4. О, блин, валюта, да. Так, 1000 кредитов. А тут 2,5. Ну да, надо брать, наверное, на 8 лучше. Пока что будем начинать с таких снастей, потому что еще и садочек у меня. Не надо брать мега-снасти, пока что с садком тоже. Потом донку можно. Ну хотя, не знаю, наверное, поплавок надо взять. Потом тут тоже вот объем. Надо вот брать макс-нагрузку, вот 8 килограмм. Вот такую катушку. Валюта опять идет у нас. Или взять вот это, не, лучше все по все ровно. Потом, ну, это на 9 придется брать. Или леску, как вы говорите, можно получше. Ну, можно взять на 10, объем по 3. Прочность вот 12 сразу, жесткость, длина. Вот. Можно вот эту взять, плюс у меня там есть. Ну, короче, вот так вот. И крючок мне какой выпал, я вот это вот. Аминго, нет. Ну, мне, короче, хороший крючок в 200 дали. Окей. И давайте, наверное, за 68 такой вот крючок. Один еще купим. Крючки, они не берут объем. Ну, то есть они не забирают слоты от рюкзака. Поэтому насчет этого можно не париться. Окей, что-то мы долго с вами болтаем. И в итоге не купил то, что мне нужно. Мне нужно купить зелени немножко. И горошек у меня есть. Ну, купим еще горошка. Видите, у меня потихоньку. Кстати, хочу сказать, что достижения, которые у рыбака есть, вот они, очень неплохо помогают в
так сказать, начальном этапе, то есть они дают вам небольшие такие призы. Это очень круто. Окей, давайте карта. Кувшиночный рай. Идем сюда. Окей. Написано поверху вообще. Можно ловить. Горчак обыкновенный. На зелень. Давайте вот здесь. Тут есть ямка. На 200 где-то. Вот тут, наверное, вот, да. Закинем. И глубину давайте сделаем, ну, где-то 45, думаю. Оптимальная глубина. Так, перезаброс. Опа. И давайте поставим в другой, написано теми, что на горошек. Хорошо. Давайте поставим две удочки. Вот так вот. Одну на горошек, другую на зелень. И посмотрим, что оно будет, что оно даст. Написано неплохой, в принципе, клёв. Нам надо 10 горчака, потом верховка и гамбузи. Поймаем вот эту рыбку, отнесем бабки, отдадим. И посмотрим, посмотрим. Кстати, вы мне там писали, что вот Герман, типа, не лови, не проходи вот этот квест на Ерше, иначе ты потеряешь много малька без ножика. Я вас все-таки послушал, я не проходил его без ножика, я сначала выполнил, ну, купил садок, выполнил там другой квест, а потом выполнил этот, на ножик у рыбака квест. В итоге... Сейчас мы вытащим рыбку. Да, горчак обыкновенный. В итоге я нарезал себе наживки. Я не знаю, сколько получается с одной рыбки. Наверное, одна все-таки наживка, да? Я себе нарезал штучки 4-5. Со всего квеста. Со всего 30, через сколько там надо было штук. Поэтому, блин, как бы можно было спокойно и без ножа проходить, я думаю, этот квест. За совет, конечно, спасибо. 5 мальков тоже неплохо, но, конечно, если что, можно было без ножа. Ну, может, у кого-то больше попадалось на 100 грамм. У меня так вообще редко на 100 грамм шли. Ой, горчак обыкновенный, даже зачет клюнул. Отлично. Вот из него можно, наверное, наживку, да, он слепить. И из этого тоже можно наживку слепить. Неплохо, неплохо. А тут выловить и сдать рыбу. Короче, тут нам... Надо выловить и отдать. Тут проблемка у нас получается. У нас не получится наживку резать. А, так. Йо. Что с ним сделать? Продать его или это? Нет, давайте. А почему нельзя отпустить? Странно как-то. Я думал... Ну, то есть, я думал, можно будет отпустить, знаете, именно этот вид. Как-то странно. А, блин, я ступил. Надо, наверное, отсюда заходить, да? Не, все равно. О, плотва можно сделать, смотрите. Наживку раз. Хм, прикольно. Оказывается, вот так вот почаще клацайте на рыбу. Наживку. Можно сделать... наживку почти из всего, ну, наверное, из всей рыбы. Ну, я еще, конечно, всех тонкостей игры не знаю, поэтому я удивляюсь и сильно как бы не говорите: о, вот Герман, а вот он такой лох, он того не знает. Я как бы еще не профи в этой игре, я только, так сказать, любитель, был новичок, теперь любитель. Я немножко подразобрался уже, знаю кое-какие основы, нюансы, секретики маленькие. Кстати, за обновление вам насчет секретиков хотел все рассказать, да никак, что-то призабыл. Короче, такая тема. Сейчас ввели новое обновление, прошло, ввели новый квест. Я так подозреваю, вот это начало карьеры 5, вот это он. Еще 5000 кредитов, вообще очень хорошо. Так, карусели играл сегодня. Ну, короче, очень классно. Потом ввели клад, сундучок, который, если вы его ловите, у вас есть шанс, что оттуда выпадет от 1 кредита до 1 000 000 при открытии. Вот это тоже очень круто. Но мне клад почему-то ни разу не попадался. Там писали в комментариях: Герман, если хочешь, чтобы попадался клад, качай этого кладоискателя. Каждый уровень дает доступ к шансу выловить более ценный клад.
Кладоискатель это не... Это, кстати, нет. Не поможет. Или везучим. А везучего нету, да? Короче, я читал на форуме за кладоискателя. То есть, шанс поимки клада, он не увеличивается. Он так, так же остается. А вот содержимое клада, вот при его открытии, оно изменяется, если у вас прокачан кладоискатель. Но, такое дело, еще клад надо поймать, поэтому кладоискатели я как бы, в принципе, по комментариям на форуме, что типа в кладе всякая фигня, я не вижу смысла качать кладоискатель. Лучше качать, так как я играть буду без доната, это 100%. Я деньги никуда не вкладываю, ни в какие игры. То лучше качать торговца, чтоб ловить крупную, ой, чтоб продавать рыбу с какой-то прибылью для себя еще. Поэтому все-все таланты, которые буду получать за все разряды, все будут вкачаны в торговца. Это я вас уверяю. Потому что мне, если я добьюсь хотя бы вот, блин, было бы неплохо добиться, ну скольким. Это кто мне там писал? Когда будет 10 уровень, это будет 10% от стоимости. Если рыбу на 10 поймаю, то мне дадут, она будет стоить 11. На одну больше. Ну это 10%, то есть 10% от, смотря какая рыба. Некоторая рыба бывает и больше стоит, поэтому им цена будет больше. Увеличено. Ну, это очень хорошо. Очень-очень хорошо. Поэтому надо качать торговца, реально. Если прокачать до уровня 30-го, то вообще будет круто. Ну, не знаю, возможно ли его до 30-го качнуть. Ну, до 20-го, думаю, возможно. Окей, гальян обыкновенный. Нам он не нужен. Наживку его. Нам нужна еще верховка и гамбузи. Давайте поставлю на паузу заодно. Пока как раз выловлю две рыбки и гляну, где верховка и гамбузи ловится. Итак, уже выловили две рыбки. Теперь можно ловить верховку. Верховку написано такое дело. Короче, написано... Надо убрать удочку. Так, написано, надо ловить на жука. Вот где-то вот написано глубина метр. Ну, короче, где-то вот так. Вот там. И глубина 70 сантиметров. Но все равно кидать надо где реально метр. Но где-то вот сюда. Вот так. Тут точно так же делаем. То есть берем, ставим жука. И должна клевать верховка, по идее. Ну, так написано на форуме, во всяком случае. Я, конечно, не знаю, правду там пишут или неправду, но многие-многие статьи мне помогали. Ставим туда удочки и ждем. Ждем, в принципе, должно. Хочется просто посмотреть награда по выбору. Не написано, какая именно будет, но интересно. Вдруг дадут что-то действительно такое, которое мне нужно сейчас. Деньги бы, конечно, не помешали. Но если так посчитать, то с деньгами у меня немножко напряжен, если рюкзак брать. Да и потом удочки еще ж надо на что-то покупать. То есть, ну, 5000 за вот это мы получим. По-любому я это все выловлю. 5000. Потом, где еще? Ну, пусть за вот это я все-таки выловлю эту рыбу, получу еще 500. 5500. Еще здесь 450. Ну, пусть 6 там, пока рыбу там какую-то продам. 6. Вот эти квесты я хрен сделаю. Я постараюсь, но все равно. Вообще. Награда Садок Балун. Ух ты. Надо было все-таки выполнить этот квест. Садок Балун, а у меня какой садок? Рюкзак. Садок. Зынга. Зынга. Не, у меня покруче звучит, у меня зынга ему. Что-то вообще не клюет верховку. Написано, клев должен быть. Должен быть. На самом деле что-то его нету. Обидно, обидно. Форум врет. Форум врет, это нехорошо, если он врет. Окей, давайте поставлю на паузу, тогда еще потестю кое-какие варианты. Фак, только поставил на паузу, сразу же начались поклевки. Вот, одна поклевочка, опа, подсекаем.
Так, ну вторая удочка перестала клевать Люка. Так, ловим. Верховка, вот, отлично. Мировой рекорд. Я 20 грамм. Да, вот. Вот кто не хочет играть, все делают такие тупые ники. Давайте первую удочку все-таки, наверное, поставим. Вот, сюда нельзя кидать, да? Обидно, обидно. Довольно обидно, если честно. Куда ж можно? Окей, ладно, пусть пока так стоит, не будем ничего менять. Да, 10 верховки будет немножко проблемой поймать. Ну, давайте я, наверное, поставлю на паузу, уже продолжим, когда я поймаю все виды рыбы. И потом уже покажу, какая награда будет в кресте. Думаю, вам награда тоже будет интересна. Ну, а потом непосредственно вне видео еще дальше буду продолжать ловить. Ну, блин, еще одна поклевка. Не надо упускать эту рыбку. Потому что, смотрю, она клюет не очень-то часто. А сидеть очень долго ловить я не хочу. Не люблю очень долгий лов. Хотя вчера выполнял квест. Думал чокнуть, пока не поймаю красноперку выше килограмма. Ладно, все, продолжим, когда будет вся рыба выловлена. Итак, дорогие друзья, сейчас покажу еще парочку вариантов вылова рыб. И так как у нас с вами задание есть поймать лягушку, пиявку, жука, тритона, то пиявку можно ловить здесь, на туманной глади, глубина 20 сантиметров. Наживка личинками ноги. Клюет ночью клюет хуже, но клюет. Днем клев намного удачней. Ловим здесь. Также покажу сейчас, где ловить гамбузию. Сейчас, ну блин, жалко бросать этих двух пиявочек, потому что одна пиявка, ой, 15 пиявки это одна валюты. То есть это валютная наживка, а при помощи ножика, уже садок полный, можно сделать себе наживочку. Давайте сейчас пойдем. Так, теперь мы с вами идем на... Куда мы? Устья мечты мы с вами идем. И закидываем вот сюда удочки. Только здесь мы с вами будем ловить гамбузию. Блин. Постоянно забываю, что надо сначала так менять. Ловить мы ее будем на мормыша. Глубина тоже 20 сантиметров, поэтому тут... Как бы париться не надо, можно ловить гамбузию и в перерывах уйти на пиявку. Все, с садка мы пиявку переводим в наживку, даже не паримся. Плюс за нарезку наживки нам дают достижения. Вот так аккуратненько, не задеть гамбузию, потому что нам она не режется. Но все равно, потому что нам ее сдавать. Окей, все, готово. Можно даже посмотреть, но я сейчас не буду показывать. Сколько пиявки? Ну, пиявки у меня там неплохо уже, может быть, штук 20 есть. А может даже больше. Поэтому это очень даже неплохо. Окей. Сейчас выловлю и пойдем сдавать квест. Все, мы с вами выловили рыбку. Возвращаемся на базу. Бабка с рынка. Невиданная рыбалка. Окей. Ну ты няшка, давай сюда этих рыбин. Хоть погляжу на старости лет на них. Так, вот смотрите, собственно, ничего на них смотреть. А, нечего на них смотреть. Мелкие и невкусные. Забрать награду. Ага. Микроскопы тебе, бабка. Рыба такая маленькая, что на сковородке не увидишь. Забрать награду. Ладно, давай. Вот это выберем. 50 тысяч, одно свободное очко навыка. Окей. И у нас еще утренний клиент у нас есть, можно выполнить. С ней также лодочник Фома, начало карьеры 5, можно сделать. И судьей у нас, ну там, гигантский вес, сотый вес. Вот это, конечно, небольшая проблема. Итак, я думаю, что я сейчас вне видео пойду. И так, одно очко навыка, конечно же, мы будем вкачивать его в торговца. Будем с вами торгашом вообще таким. Окей, я пойду ловить, непосредственно сейчас доловлю пиявку, потом лягушечку буду ловить, жука, тритончика, выловлю, получу еще 5000 прибыли, плюс вот эту всю наживку, которая тут есть. Вообще, очень-очень неплохо будет. Потом, наверное, выполню вот этот квест, ну вот этот будет тяжело выполнить, но я постараюсь. Потом выловить рыбу, наверное, вот этот тоже попытаюсь. Ну и потом уже можно половить просто этот... Ой, как их называют, эту рыбку.
подлещечка, и уже, может быть, с подлещиком повезет на ровные веса в 200-300 грамм. А вот эти веса пока что у меня недостижимы, то есть ровно 2, ровно 3, для меня это пока что потолок. Я не могу такие веса ловить, на килограмм еще мне может повезти выловить, но вот на 2, на 3 нет, нет, это пока что не для меня. Плюс здесь, а, да, здесь есть кредиты, что я туплю. Это здесь нету. Тут статистика, опыт, садок, тут нету денег, вот за вот это не дают деньги. Ну ничего страшного, в принципе. Ладно, всем огромное спасибо за внимание, с вами был Герман, подписываемся на канал, ставим большой палец вверх, следим за выходом новых серий, комментируем видео, и до скорых встреч, с вами был Герман, и удачи на рыбалке, пока-пока.